Митинг «Крестный ход» – особая культурная программа. Так в столице Чувашии отметили День народного единства. Красным днем календаря этот праздник стал сравнительно недавно, но у него давняя история. Мой коллега Дмитрий Ковалев узнал, какой смысл в единство вкладывают молодые люди, политики и православные верующие. «4 ноября – особенный день для всей страны, ведь в нем объединилось наше прошлое и настоящее. Колокольный звон с башен Чебоксарского Веденского собора известил верующих о начале крестного хода. По традиции, в этот день впереди несут Казанскую икону Божьей Матери и просят помощи у Святой Богородицы». «Святая Богородица, спаси нас!» По пути в колонну крестного хода вставали и прихожане других храмов. Было очень много детей и пожилых. Всем предстояло преодолеть более 4 километров. Но вместе с иконами и молитвой, возможно, осилить и не такую дорогу, признаются люди. «Крестный ход свидетельствует о том, что мы каемся в своих грехах и исправимся к лучшему. Будем жить по-человечески, будем жить честно и с чистым сердцем, с открытой душой». Символом единства Казанская икона Божьей Матери стала 400 лет назад. Именно с этим образом русские люди вошли в Москву, чтобы очистить город от поляков. Кто знает, что бы было сейчас, если бы тогда против врагов не поднялся весь народ. О единстве говорили и сегодня. В наше непростое время это слово приобретает особый смысл. Митинг на Красной площади собрал сотни человек, тех, кто неравнодушен к будущему страны. «Да просто я поддерживаю нашу Россию. Я за ее страну, за нашу страну, за единство, за нас». «Праздник всей страны, единство, то есть сплачивает народ». «В единстве наша сила. Об этом должен помнить и старый млад. В числе участников митинга – политики, общественные деятели, спортсмены. Все говорили о сплоченности и преемственности поколений». «Тот период, который мы переживаем, он достаточно не совсем простой. К сожалению, время такое, когда вот нужно объединение наших людей, независимо от национальности, независимо от духовных начала, от какой-то церковной принадлежности. Мы должны едины быть». «Я думаю, что единство среди молодежи, оно у нас в крови. Просто нужно, я думаю, что больше молодежи объяснять историю возникновения этого праздника, откуда корни этого праздника идут, потому что это всего лишь 10-я годовщина». Единство народов – та мощная сила, которая помогает двигаться вперед. В республике, в мире и согласии всегда проживали представители более 100 национальностей. «От этого единства наша созидательная сила. Я тоже пришел на митинг не как глава республики, а просто житель. Я просто рад и горд за чувашский народ». Народный праздник – это еще и народные гуляния. Перед горожанами выступила известная группа «Здравствуй, песня». Причем старым хитам на площади подпевали молодые люди. Символом нерушимости большой страны стали в этот день шары цветов российского триколора, выпущенные в чебоксарское небо. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика.